Подготовка к закрытию полигона «Лесная» на завершающем этапе. Накануне на объекте прошло выездное совещание с участием заместителя министра экологии и природопользования Павла Биды и главы городского округа Серпухов Юлии Купецкой. Обсуждались вопросы содержания и эксплуатации оборудования полигона после его закрытия и до начала работ по рекультивации. С 25 декабря все твердые коммунальные отходы региональный оператор будет вывозить на перерабатывающие комплексы, оснащенные новейшим оборудованием. Ближайший к чеховскому кластеру – КПО «Дон», который открылся летом в Кашире. Уже на этой неделе в окончательной редакции будет утверждена территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Напомним, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в соответствии с постановлением главы муниципалитета Юлии Купецкой, полигон «Лесная» будет закрыт 25 декабря.